Народ, всем здоров! И сегодня у меня на обзоре в связи с проблемой на машине. В общем, протерла радиатор на Ниссане крыльчаткой. Не крыльчаткой, а кожухом, так сказать, крыльчатки. Ниссановцы на какой-то черт решили сэкономить на одном шурупе и сделали из трех креплений радиатора, точнее кожуха вентилятора, радиатор. Короче, два шурупа вместо трех. Там, где нету третьего, там из-за вибрации натерла этот самый радиатор. Протерла несколько дырочек и оттуда благополучно начал срать тосол. И, в общем, как-то на обзоре у чела я видел, что есть такая штука самая дешевая. Это паяльный жир. И с помощью него можно паять алюминий. Вот, я купил паяльный жир не такой фирмы, как у чувака, а вот такой, за 60 рэ в Питере. Сейчас май 2020 года. Кстати, в Чипе и Дипе паяльный жир немножко другой, стоил также, не так же, а уже 100 рублей. Ладно, давайте все-таки его испытаем. Припой вот у меня вот такой-то, ну, куплен, короче, на Авито. Тут он бесфлюсовый, самый обычный припой. Достаточно тугой плавки. Но он просто очень дешевый. Мне чем не нравится. Паяльник что-то осталось, но я просто жал водил до этого. Короче, ну, думаю, вот столечка хватит. Наша алюминиевая фольга. Инструмент для забора и нанесения жира. Чек из ленты. Кстати, в ленте я купил. Что я купил? Газовую горелку и баллон. Вот. С помощью этой газовой горелки и баллона, а также спецпротка припоя, я пытался запаять радиатор. Увы, название припоя неизвестно. Знаю, что он был куплен в Китае продавцом. Вот 100 рублей пруток, и он абсолютно бесполезен. К алюминию вообще никак не появится. Так что, так сказать, косарь, который я потратил на горелку за 400, я купил баллон за 80. Дорога сколько там еще? 3 прутка, короче, по 100 рублей, плюс дорогу еще. В общем, косарь. Я на это счастье все потратил. Ушли в никуда. Правда, горелка мне для чего-то нужна еще. Я, правда, не помню для чего. В общем, вот так это говно выглядит. Давайте мы его поговним. Ух ты, блядь, так он засохший нахуй. Как же его шпаять, шмаять буду. Вот это говно, да. Ладно. Давайте возьмем спичку. Да, чтобы было понятно, что жир этот не работает, вот на паяльнике тот самый припой, давайте мы просто запытаемся попаять. В общем, ни хрена не паяется. У меня, кстати, есть припой специально для алюминия, вонючий-привонючий. Не припой, а как там, флюс. Бля, жир этот, конечно, пиздец. Вообще сушеный, как хуй знает что. Похоже, знаете, чем-то на этот, на воск. Даже, наверное, потверже, чем воск. Что ж, жир у нас есть. Надеюсь, это видно. Давайте. Общем, бесполезен. Конечно, температуру надо поменьше сделать. Давайте опустим до 250 градусов. Пытаемся еще раз этим жиром что-нибудь запаять. Еще у нас жир. Сейчас подождем, пока паяльничек остынет.
Думаю, подождали. Блять. Короче, бесполезно. Жир наш бесполезен в районе. Нихуя тут по яйцам. Стараюсь. Или стоит по яйцам. Ну-ка. Не по яйцам. Сейчас точно скажу. А не, кстати, ребят, не появится. Просто показалось. Так что такой вот жир бесполезен. Давайте с помощью него попробуем просто ради интереса заводить провод. Вообще он хоть на что-то способен или нет? У меня тут в кавычках провод есть вот такой. Попробуем сначала просто припоем хернуть. Теперь нажал паяльника, нифига не липнет. Ну, сюда тоже ни хера не липнет. Нанесем наш чудодейственный жир и попробуем облудить этот кусок металла. Блять. Смешно самому даже. Походу 250 градусов маловато. Давайте сделаем 300. Может, так вот что-то появится там. Наш кусок металла и паяльный жир бесполезен, да, бесполезен, бесполезен, он не в состоянии облудить эту проволочку. Он паяльной кислотой, то есть я эту проволоку возьму. Да, бесполезен. Давайте перейдем к паяльной кислоте. У меня вот такая чудная паяльная кислота. С помощью нее металлы легко появятся. Но также не появится алюминий. Давайте мы ее тут сюда куда-нибудь. Обмакнем это говно в эту паяльную кислоту. И посмотрим, что произойдет. Кислота, ты где? Ух ты, они. Ух ты, блядь, кислота, походу, была. Нихера не уходит. Давайте еще раз кислоту сюда сернем. Еще капельку. Бля, все эти кислоты, короче, засрали жало, паяльник. На 300 градусах не может даже распаять этот припой. Хотя ему 200 достаточно было.
Сама. Странно, раньше я буду делать все быстро. В общем, худо-бедно, капельку яд на поставил. Видно, проволока лютая просто. Давайте ее пытаемся сорвать. Наша капелька. Это кусок спички был. Капелька на месте. Вот паяльная кислота делает свое дело. Вот паяльный жир говно полное. Ладно. На этом обзор закончен. Всем спасибо за внимание. А, да, кстати, я что-то сама не сказал. Что это у нас за производитель? Фьюз ПМ, активный жир, паяльный производитель. ООО ПМ, город Рязань, Рижская, дом 20, телефон 27-17-55. Короче, хавно, не покупайте. Народ, всем здоров. У меня опять на обзоре паяльный жир от Small Him. Для паек и окисленных деталей из черных цветных металлов. Стоит 100 рублей на вазелине. Ну, тут так и написано, вазелине. Вот. Ни адреса, ничего, правда, нету. Левак какой-то левый. Ну, давайте мы его тоже сейчас оглянем, так сказать. Посмотрим, кто кого. Разогреем паяльник для начала. Посмотрим. Подождем, пока поедем. Так, ну, паяльничек разговорился. Олово набрали. Новую бомбокакашку приготовили. Ну что ж, сначала тест первый. Нихера мне не прилипает. Ну, тест второй. Ух ты. Тоже немножко подсохший. В общем, кака. Даешь алюминий. Не. И результат нулевой. Кстати, пахнет салом. Реально салом пахнет салом и немножко такой какой-то херню непонятной. Но этот жир тоже бесполезен. Давайте что ли попробуем на этот жир запаять вот это чудо железного автопрома. Равно делать нехер. Вот так. Так. Надо же, припаялась. Слабенько, но припаялась. Просто мне сейчас это все счастье не прогреть. Да, смотрите, заудилось. Ну, с металлом все, конечно, понятно, что он тут заудится. Да, и не оторвать даже. Ну, для алюминия, увы, не подходит это счастье. Потраченные 100 рублей, но тем не менее, хоть на что-то он...
пригодится. Так что всем спасибо за обзор. До новых встреч.